жизненно важные необходимые навыки. Мы понимаем, что это дополнительные рабочие места. Очень, конечно, нас интересует решение, ваше решение о строительстве воздушных лайнеров МС-21, авиационный завод. Сегодня там реконструкция идет полным ходом. Да, и мы вас приглашаем, Владимир Владимирович. Но в целом те задачи, которые сегодня авиазавод берет на себя, а это 6 бортов в 2024 году, он выполняет. Мы видели в таком в тесном контакте с руководством Ростехнологии и вообще понимаем, что это жизненно важно, необходимо для нас, для всех. Якорные инвестиционные проекты 180 у нас на общем С-21 авиационный завод. Сегодня там реконструкция идет полным ходом. 6 бортов в 2024 году он выполняет. Мы видели жизненно важно, необходимо для нас, для всех, на рубли. Мы понимаем, что это дополнительные рабочие места. Конечно, нас интересует решение, ваше решение о строительстве воздушных лайнеров МС-21, авиационный завод. Сегодня там реконструкция идет полным ходом. Да, и мы вас приглашаем, Владимир Владимирович. Но в целом те задачи, которые сегодня авиазавод берет на себя, а это 6 бортов в 2024 году, он выполняет. Мы видели в таком в тесном контакте с руководством Ростехнологии и вообще понимаем, что это жизненно важно, необходимо для нас, для всех. Якорные инвестиционные проекты, их 180 у нас на общем С-21 авиационный завод. Сегодня там реконструкция идет полным ходом. 6 бортов в 2024 году он выполняет. Мы видели жизненно важные необходимые для нас, для всех, на рубли. Мы понимаем, что это дополнительные рабочие места. Конечно, нас интересует решение, ваше решение о строительстве воздушных лайнеров МС-21, авиационный завод. Сегодня там реконструкция идет полным ходом. Да, и мы вас приглашаем, Владимир Владимирович. Но в целом те задачи, которые сегодня авиазавод берет на себя, а это 6 бортов в 2024 году, он выполняет. Мы видели в таком в тесном контакте с руководством Ростехнологии и вообще понимаем, что это жизненно важно, необходимо для нас, для всех. Якорные инвестиционные проекты, их 180 у нас на общем С-21 авиационный завод. Сегодня там реконструкция идет полным ходом. 6 бортов в 2024 году он выполняет. Мы видели.